Ну вот мы приехали на удивительно красивое место. Стали лагерем, приготовили шашлычок. Рома нас порадовал вкусным шашлычком. У нас костер горит. Ну и несколько маньяков, отмороженных на всю голову, таки собрались спустить лодку и на ней покататься. Нырять будем завтра. Верится, что не в последний раз. По-любому. Ну вот мы и спустили лодочку. Сейчас был год. Вот наше судно. Наконец-то отчаливает. Рыба есть? Нету? Есть рыбы, нет. Что говорит? Директор стадиона. Точно. Ну что, жахнем на глистер? Ну что, заквасим маленько? А ты что взял? Кваску? А ты что-то думал серьезное? Я думал, да, действительно. Слушай, вообще это плохая традиция выходить без грамма алкоголя на борту. Я хотел мерзавший. В Кронштадте, блин, так нельзя. Не, ну ты предупредил, а ты взял, то у меня заначка есть маленькая. Ну все, поехали. Поехали. Да, тут, там, слушай, охрана тут большая, поэтому он не удастся. Да, похоже, да. Да, тут палят. На борт. Давайте, прыгайте сюда. Так, жилеты. Оп. Так, выдаю жилеты. Так, подожди, кто у нас побольше? Юрка, ты больше? Гляди. Нет. Ну давай, ты побольше вроде. В капитанских погонах. Ну что, она реально раньше получала эту форму. Ты кто? Дружинник. Оп. Все, держи кипарь, чтобы ветром не снесло. Все, готово? Готово. Да, сильно тут не стартует. Ну, он мне писал со скоростью 20 км в час фигачить 7 минут. Да, место, где мы ныряем. Ну, 20 ну, это, дабы, которое как-то. Только вот прогрессия, он хочет. Держитесь за ручки, Денис. За меня да, держи, за ручку держи. Держись. Есть веревочка, если Юр, ты держишься? Да, все, а? Между островами. Ну
что, прямо идем? Вот туда. Да. Курс туда. Закат красивый. Мы идем навстречу уходящему солнцу. Блять, ну давай. Сдуло. Где она? Вон прямо. Где прямо? Блин, так и знал, что летит. Да, вон прямо. Миша, лови. Я ее не вижу. Да по твоему борту, руку протяни вниз. Где? Да вот прямо. Вот. Не, вижу. Ай, блин. Еще разок. Мишка, шапка давит, с кем надо ловить. Да, давай. А то у нее будет последний дайв. Радиуса разворота не хватает. Она не будет? Тихо-тихо-тихо-тихо, волна, блин. Нормально. Попробуй ты. Лови. Не клевай! Опа! А, попалась рыба. А нет, это не дайверская, можно было ее насрать. Нет, у меня черная была дайверская. Нет, попробуем. А завтра поймал. Так, у нас съел бы дайвер. У нас была отлучка, но ничего. Вот там сейчас выйдем в него. Это, а туда, если что, тупик? А там тупик, да. Оно точно. Ну, не заросшее. Вот по-любому не заросшее. А вот за поворотиком будет уже, собственно говоря, наш рек. Вот, видишь, квадратные камни. Да. Ну, вот от там... них надо заходить, нам будет в воду, чтобы подлодку идти. Да? Да. Подлодка вот там лежит, подальше. Туда же к камням загонять можно, там нормальная скала, пологая. Да, там есть место для парковки, да. Ой,
можно снаряд туда вот сбрыгнуть. Между камнями, да, загоняешь лодку, туда сюда, самый снаряд. Вот от той проволоки будем заходить. Видишь, проволока из воды торчит? Она лежит высоко. Да, нет, да, нет, да, нет, да. Не под нами еще. Она впереди, вот немножко. Вот канат начинается отсюда. Канат начинается вот от этой железки. Видишь, проволока торчит? Проволока. Вот от проволоки заходишь в воду прямо. Находишь большую бетонный столб, от него тросы идут, три штуки, вниз. Вот по этим тросам идешь, где-то вот здесь вот, она и лежит. Вот сейчас мы, наверное, над ней идем как раз. Ну да, вот где-то сейчас. Севастополь там, да. Правее, да. А большие корабли швартуются вот в этой стороне. Да, 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 вот там швартуются. Дайверы, которых привозят на сафари. Здесь сафари. Здесь же сафари устраивают. А, этот самый, там... Атрина и прочее, да. Этот, Скос Вячеслав. Атрина. Да, да, Скос. А он по одноклассник получил еще, прикинь. Да? Я его знал еще с детских времен, оказывается. Он с моим корешем там в кубрике одним жил. Другого факультета. Тоже в Муре заканчивал. Ну вот, впереди Якимварский залив уже все там. Да, это вот Якимварский залив, и налево будет выход. Как называется? Якимварский. Направо вот Ландоха. Петя и писал, что это. Направо Ландоха, налево уже Ладога. Да. Куртка, капитанские погоны, не жмут. Да. Давай, нам. Хоп. Видите? Во. Молодец. Хоп. Как десантура. Капитан. На ласах я до туда не дойду. До куда? Думал на ластах дойти. Километр. А? Все, мама, все, что папа занимается, все говно. Ваня говно, дайвер говно, рыбалка, там вся херня. Правильно? Ну все, лодки это тоже фигня. Ну ладно. Мы тоже потихоньку. Так, ну что, здесь вот Севастополь, да? Ну нет, впереди, дальше, вперед, бухну. Бухту надо. Километр еще. Можешь втопить, да. Так далее он смотрится, блин, как рак, хороший рак в Красном море. В этой базе дайверы я тоже думаю бывали, неоднократно. Конечно. Не, нет, здесь полно народу, конечно. 10 метров. Здесь же сафари как раз по этим местам проводят. Без Приозерска за большие деньги. Ага. Понятно, зачем надо, куда можно. Видишь, как это рядом. Из Приозерска сюда чухать не было вообще. А? За бункер. Бункер какой-то. Это же раньше как бы это, военный полигон же считался, закрытая зона. Ага. Тут всякое оружие испытывали и прочие как бы лаборатории были. Слушай, а вот там вот можно же выйти, да, на берег? Наверное. Просто я думаю, может там базу сделать, ну временную, когда будем нырять. Зачем? Кто-то туда пойдет, кто-то на рыбку, кто-то на базе будет тусить. Ну да, нам сюда надо, потом туда надо нырять. Так, я думаю, что может быть вот там, вот видишь, какая-то скамеечка, хрень какая-то, может там нет, базу мы сделать. Туда причаливали, там можно причалить. Разворачивай, ты прямо на него идешь. Да-да. Опоришься. Видишь, там вот железки торчат всякие, ну вот это вот уже он. Вот там из воды прям, видишь, палка торчит железная, да? Вот это его мачта. Погнутая, или антенна на этой мачте висящая. Какие-то две штучки. Да-да-да, вот это вот он и есть, короче, близко к нему не подходи, да. Он реально весь во все стороны торчит, железки его. И как он, глубина какая? Да. Здесь я не знаю. Максимум, вот там, максимум десятка. Ну, 12 может быть максимум. Ну, это совсем под килем, если в песок. Да-да-да, если в песок руку закапывать, будет 12. Слушай, да. А так вот перевести сюда со шмудником. Вот. Ты правильно понял мысль. Вот так лодкой, да, нагрузить говна,
Не раз сюда, хоп, и тут все, палатки, вся фигня, да? По сути, это, да, так? По лету легко. И, например, даже можно без лодки, раз, и пошел с берега, правильно? Ну, можно без лодки с берега, в принципе. Не, я здесь прекрасно ходил как раз отсюда, с берега лучше всего и заходить, чтобы лодку не гробить. Я отсюда с берега и заходил в прошлый раз, да, так что нормально было вполне. Не, ну так вообще, на будущее, если так совсем жаба душит, приехал, это самое, просто на... Чисто поквасить, да поспать, да понарять. Не подходи слишком близко, там тоже железки. Тут железо, видишь, сколько торчит по берегам, тут много железа. А что это железо? Слушай, это от него, скорее всего, ошметки какие-то. Много, буи тут. Там вообще, на самом деле, рядом с ним вообще до хрена чего лежит еще по дороге к нему. А что такое вот этот Севастополь? Он что это? Это испытание судна на воздушной подушке, прототипа. А вот ты знаешь, мне сказали, что не на воздушной подушке. Мне сказали, что это было оружие. Что типа он напускал этим вентилятором пузыриков в воду, и судно, которое за ним шло, типа в этих пузыриков должно было тонуть. Вот что это такое. На самом деле вариантов два, да. Либо судно на воздушной подушке. Полный гон какой-то. Нет, а почему? Пытались сделать такое оружие? Действительно пытались. Я знаю, что выпускали, например, вот лодка, да, идет, она выпускает торпеду специальную, она имитирует лодку, да, ну как бы двойника, да. То есть там по всем звукам, по этой самой, по пузырям, по определенной... И на гидролокаторах, вот вон там, врага, да, вырисовывается хорошо, реальная лодка. Ну, и все, и она уводит ее в сторону, как бы. И причем сигнал сильнее, как бы, да, и та как-то там, ну, видимо, вырубается там все, ложится там, например, может, на дно, там, и затихарится. И все, так уходит, и реально, ну. Не, это вот радиоэлектронная борьба называется, рыбовцы у нас вот, они. Или, например, корабли, например, да, вот. Идет эскадра или один корабль, он выпускает поплавки фольгированные, такие большие, вот, и от них это радиационное излучение такое, что вот на карте, на гидролокаторе видно, что эскадра идет, короче, он за собой гирлянду эту фигню тянет, и как будто это получается целые, ну, несколько кораблей идут, вообще. Вот. Очень много всего, бывает выстреливает какой-то фигней, этой фольгированной стружкой, в небе разрывается снаряд, окутывает облаком там, да, и в этом квадрате вот просто ничего не видно, что там, кто там, сколько, сколько объектов, для локации непонятно, визуально-то не видно же, правильно, ну, во время боя. Вот это вот золотая стенка перед нами, вот это вот. То есть напротив вот этой бухточки, вот здесь, ну, вот, там золотая дальше, стенка. Видишь, там дальше Ладога далеко еще? Чего? Там дальше Екатеринбургский залив. Вот налево там. Ладога, направо, соответственно, Лагунпохья. А, ну как, тут, в принципе, примерно столько, сколько мы шли, будет Ладога, да. Ну, наверное, да. Где-то так. Ну что, тогда не пойдем дальше, возвращаемся. На Ладогу, у тебя люди замерзнут. Я думаю, что там замерзнут окончательно. Да, вообще, задубеют. Ну ладно. Тут красота. Да, косый градус крадет. Да-да-да-да. Целых 1.5 градуса. Ну ладно. Поехали. Поехали. Блин, усилить боевую еще на 5 сил я хочу все. У нас сколько? Вчетвером нас со снарягой не вытаскивал на визер, представляешь? Не вытаскивал. И с крабами, такие пачки крабов. Ну сейчас, я говорю, сейчас бы пошли вчетвером бы нормально со снарягой. Миш, надо за один раз нафиг, потому что... Я тоже думаю, надо за один раз. Это но его лучше загрузить. Да я тоже думаю, что да, мы доедем мы за один раз. Ну, медленно, но доедем. Тут ехать-то, блин. А? Тут идти-то всего ничего. Да. Поедем чуть медленнее и приедем. Ну, не на глистере, да, на глистере не будем. Здесь лежит подлодка. Вот где-то тут прям подлодка лежит. Такая
Отдельный выпиленный? Да, да, да. А нафига так сделали? А это испытательный отсек. Что-то там? Его сделали целиком, как бы со всех сторон закрытый, чтобы, да? Проводить тренировки. Да, да, да. Чтобы всякие испытания, всякие оборудования проводить, тесты. Как в Москве в бассейне космонавты идут. Ну там увидишь, что он разрезан. Там видны все эти переборки. Двойное, это обшивка двойная. Положили. Ага. Каток не заровняли. Ну правильно. Вот смотри, как отсюда хорошо туда уйти. Вы туда и ушли. А тут, кажется, ни хрена нет. Смотри. Кажется, тупик. Ага. Вот я даже отсюда вижу. Здесь тупик по виду. А на самом деле нет. А с виду, кажется, правильно, тупик. Правильно. Не, ну я понял, почему это самое. Я тоже бы не заметил. Просто не заметили, что там, видишь, этот остров выгибается, и все. Подумали, это заливчик, проход туда, и все, и больше ничего нет. Больше. Высота, да.
прицепимся, типа? Или на лодку на прицеп грузим или так? Да на прицеп, а что тут делать? Иначе я не хочу оставлять. Все-таки там, знаешь, под нашим присмотром. Что, мы все равно туда сейчас поедем? Какая хера? Не согласен. Нет, нет, я не думаю. Лучше забирать, конечно. Ну давай, ладно, пока. Стремно оставлять. Там девчонки блеснят, честно споймают. Ага. Ветер словит еще. А вдруг упадут? Ну ладно, тут уже дают. Рыбы да, навалом! Целое озеро. Ну что, залезать? Что, Жень? Тихо, стоп! Давай еще чуть назад, да. Серега, ты что, там нормально? Давай, да нормально, нормально, давай, давай. Глубже? Да, 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 все нормально. Глубже. Давай, 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 давай. Еще, 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 давай, 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 давай. Еще, 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 еще. Еще, давай, 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 еще, 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 еще. Теперь точно хватит. Все, 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 стой, стой, стой. Да он ее, блин, сейчас на руках притащит. Миша, Миша руками, блин, все это затащил. Давай, выезжай. Да, вперед. Лебедку ты, блядь, подцепил. Вон крюк же лежит. Нормально. Все. Ну, хорошо. На лебедку, конечно, здорово. Тут я на ее нормально. Оп. Еще раз, чуть-чуть по-другому. Слушай, она плавненько пошла. Угу. Она же любую массу оттащит. Ой. Все? Ну, в принципе, нам все хорошо. Отлично.